Так, я тоже зашла. Вау, какая красивая дверь. 50. Там, в 50-й двери этой, находится библиотека с одним большим сущностям фигура. Вот и фигура. И что нам в этой библиотеке делать? Собрать 8 книг и найти какой-то листок. Он обязательно поможет нам. Листок? Книги? А зачем в библиотеке нужно собрать 8 книг? Как зачем? Там впереди стоит 51-я дверь. Видишь, там впереди. И там замок стоит. И книги, и листок, они помогут. Ну, короче, увидишь. Зачем? Ну, окей. Ладно, тогда пошли собирать книги и найти листочек какой-то, ты говоришь. Не сразу так. Я еще хотел сказать, что в библиотеке нужно вести себя тихо и ходить только присядя. Потому что если ходить просто так стоя, если просто так ходить, то монстр услышит и съест нас. Но он чуть слепой, у него очень плохое зрение, но у него очень хороший слух. Поэтому в библиотеке нужно вести себя тихо и идти приседя. Ну, теперь же понятно. Ну, ладно, давай уже искать книги, там что-то там говорил. Только приседя, как ты говоришь. Давай, Денис, иди, ты же знаешь. О, я уже сразу нашел. Ого. Пятиугольник равно 9. Хорошо, один я нашел уже. О, я еще книгу нашел. Так, что тут у нас? Звездочка равно 3. Нормально. Вот это ты молодец, все книги находишь. Ага, спасибо. О, я еще книгу нашел. Так, а тут у нас что? Крестик равно 3. Пойдет. О, листок, я о нем говорил. Я был прав, этот листок подходящий. Погнали. Так, я тоже иду. Денис, аккуратно, там этот фигура идет. Аккуратно. Блин, не тут, что ли? О, и еще книгу нашел. А тут что тут у нас? Треугольник равно 8. Нормальненько. Ага, спасибо. О, я еще книгу нашел. А тут что тут у нас? Шестиугольник равно 4. Нормальненько. Ну чё там, ты уже все книги нашел? Да, смотри. Квадрат равно 1, круг равно 5 и ромб равно 9. Ну ты, конечно, молодец, все книги нашел. Ну ладно, давай уже открывать этот замок. Да, давай. Так, это вот так, нужно 3, 4, 1, 9 и 9.